А сюда можно? Дайте мы. Дайте. Почему? За что? Почему? А что я такого не беру? Друзья, берите, пожалуйста. Берите, пожалуйста. А в чем дело? В этот день, в 1845 году, родился Абай Кунанбаев, бывший Семипалатинской области, и стал действительно символом освобождения, символом просвещения, символом литературного подъема казахского народа. Крыши были залиты светом, окна блестели, по улицам шли и шли, и не было им конца. А жизнь такая, как будто родился раненым, как будто Бог своей любовью пометил. Скрежетали дороги и здания, и как резанные орали под окнами дети. Приходите скорей, господа! От былой ОМОНовской прыти не останется и следа. Глубоко вдохнула держава. Уважаемый, не проспи, не сметайте ограды права, не толкайтесь, не пейте спирт. Полицейского обнимите страстно крепко и горячо. Право-левый телохранитель вам подставит свое плечо. Я скажу вам лозунг похлеще, остальное просто мура. Путин с возу, России легче, и Медведеву стоило пора. Отзвучали речевки, гулки, дочерей, сыновей, пап и мам. Из глобальной протестной прогулки разошелся народ по домам. Вот такие нынче полотна нам рисует избирком удалой. Будет долго кружить над болотной прокламацией потерянных рой. Нам бдельного политрука за собой поведет он массы. Пусть сыграет его без руков. Это будет действительно классно. Перед тем, как нас посадить, вы должны нас предупредить об этом. Правильно? Я предупреждаю. О чем? В чем? О том, для проведения культурного развития. Это не культурно-развлекательная программа. Это культурно-развлекательная программа. Это звук усиления.